14 апреля руководитель отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов и казаки Рождественской полусотни приняли участие в открытии переоборудованного выставочного зала исторического парка «Россия. Моя история», тема которого «Из истории храмов Екатеринодара». Этот проект – результат совместной работы отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии и сотрудников исторического парка. Епархиальным отделом были переданы сотрудникам мультимедийного комплекса собранные материалы об истории екатеринодарских храмов. Объем накопленного материала позволил наполнить один из интерактивных залов постоянной экспозиции выставочного центра и сделать выставку информативной. Важно рассказать, особенно молодежи, о истории, которая является историей каждого из нас. И если мы узнаем о том, насколько она велика, духовна, прекрасна и бесценна для каждого живущего на кубанской земле, особенно вот отсюда, с первого зала, я узнаю свои храмы, свои святыни, свои традиции, то я начинаю по-настоящему ценить и любить свою историю. На выставке была представлена карта храмов нашего города и лента времени, которая показывает, как Екатеринодар застраивался храмовыми сооружениями и их исторический облик, а также архитектурные элементы церквей и самая первая церковь черноморских казаков. Дополняют выставку почитаемые казачеством иконы и инсталляции хаты казака. У нас появилась идея создать первую пробную небольшую выставку об истории храмов Екатеринодара. Мы обратились к отцу Александру, настоятелю храма Рождества Христова. Он приехал к нам, составили концепцию. Потом мы пригласили сюда митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла. Он тоже приехал, посмотрел эту концепцию, утвердил. И это вот такой пробный небольшой совместный проект. Важно это то, что мы в первую очередь здесь историей. Мы занимаемся, пытаемся через историю государства Российской привить подрастающему поколению чувство патриотизма, любви к родине, любви к нашей вере. В завершении встречи отец Александр поблагодарил руководство сотрудников исторического парка «Россия. Моя история» за большую проведенную работу по созданию новой экспозиции выставки. Первый зал – это все родное. Во-первых, это святыни, это казачьи традиции, это кубанский такой вот колорит всего того, что здесь собрано, начиная от истории, карты, ознакомления с нашими святынями, что действительно сразу расположит участника этой выставки, экскурсии, на очень хороший, вот, действительно познавательный эффект. Мы видим историю непосредственно нашего родного и любимого Краснодара. Мы видим храмы, которые нам показывают, как их старинный облик, как основополагался город, казачью историю города. И нам, как краснодарцам, как горожанам, это очень приятно, очень душевно и тепло.